Ó, na chance А как я снимать буду, зайка? А ручка просто будет. Итак, еще раз. Витюк Алексей. Сейчас я вам хочу представить Фурмана Сергея. Это наш участник из города Сморгой. Деревня Тройге, Островецкий район. Отчаянный участник, первый раз в автобоях, вообще не имел представления, как, что, зачем и почему. Но все равно он осмелился, он приехал. Команда Фурман, автомобиль Фурман. Зайка. Итак, поприветствуем Сергея Фурман. Так, сейчас у нас на очереди Мерседес, да? Мерседес, напомню, единственный дизельный автомобиль у нас сегодня. Пилот его представляет Жук Денис, команда Жук и Бока, город Щучин. Интересно, посмотрим, как немецкий автодром выстоит против советского. Очень интересно. Итак, Жук Денис.
И тогда будет. А теперь приходим к информации Шибря. Типа как профессиональный. Беловодский Олег, такси 7207, команда город Островец. 2-21-06, Бомбила. Итак, переходим сейчас. У нас на очереди Жавр Константин, команда Кости, город Островец, 2-21-01. Итак, я вам уже рассказывал про этого участника, это у нас Молния Маквин, ГАЗ-21, пилот Пекарский Дмитрий, команда Шатуны, города Шмяны. Я хочу вам напомнить, что клуб Wi-Fi... Вообще-то машина это была из мультика. Вы можете сказать пару слов для зрителей. Всем добрый день. Сегодня очень жарко. Компания «ЖТМ Плюс». Под патронажем компании «ЖТМ Плюс» клуб Wi-Fi создает постоянно. Наша реклама есть. Это не все просто. На самом деле, каждый из вас купил билет и потратил на них 7 рублей. Компания «ЖТМ» готова выкупить все ваши билеты. На самом деле. И в зависимости от того, на какую сумму вы купите автозапчастей компании «ЖТМ Плюс», за столько компания «ЖТМ Плюс» и выкупит у вас билеты. Объясню почему. Когда вы покупали билеты, вы заплатили билеты. Сегодняшний данный флайер дает у меня все равно дешевле. Я сам себе заказы увожу. На выходе вы будете видеть девочек в красной кепке с шмотами. У них есть такие флайеры. Вы сдаете, девочки будут стоять с линией. Привет, привет. Всем сейчас, ну, уже участники на арене. Сейчас. Давай. Итак, вот послушали мы нашего партнера, наших участников. Итак, мне остается пожелать участникам огромной удачи всем, а нам желание отличного зрелища. Проводите участников аплодисментами. Спасибо. А я хотел бы сейчас сказать, поэтому хотел сказать детям, которые поэтому наши парапервых. Родители, пожалуйста, смотрите за детьми. Если только мы видим, что кто-то ребенок или взрослый перелазит, мы постанавливаем наши бои и ждем, пока все наладится. Потому что это риск. Как вы считаете, наверное, безопасно, но влазит точно не надо. Спасибо. Спасибо. Честно, меня больше смущает, вот эти синяя, такая полуфиолетовая синяя. Да, чистая посадка. А вот сколько посадка, это зря. Ей как бы. Здорово.
Сейчас начнется. Какие дела были, берите и поможете. Вы поможете нам, а мы нашу партнеру, которую продаем в городе. Это они предлагают снова уйти и подождать, попить воды? Спать хочешь? Можно смотреть. Пока опять какая-то заминочка, отключимся на некоторое время.